Дискуссия-обзор канал Спектра Файсал. Здравия желаю, товарищи танкисты! С вами канал Креатив ТВ и мой танк 4 уровня IMX-40. Так как я вначале не знал, на какой танк делать обзор, я решил сделать на этот прекрасный танк. Ну что же, я сегодня расскажу, покажу и поделюсь своим мнением о IMX-40. И сразу скажу, что в этот раз я сменил формат на обзор по танкам. Ну что, готовы услышать обзор про утку? Тогда поехали! Этот танк имеет наилучшую защищенность брони. Меня, правда, бесит в этом танке, что перезарядка идет долго. У этого танка максимальная скорость 50 км в час. Ну, еще лучше он будет разгоняться только с какой-нибудь горочки или с пинком под зад. И молитесь, чтобы вас занесло на первое место, ну или хотя бы куда-нибудь в середину. Если вас занесет в самую жопу, все, можете выкинуть ваш чертов компьютер или что у вас там. Так что перед боем советую сходить поставить свечку в церковь. Так что, ребятки, тащите как можно больше врагов. И лучше сидеть за каким-нибудь домиком. Короче, где-нибудь в укрытии. И когда вы будете его покупать, то сразу забейте на все свои танки, если же они, конечно, у вас есть. И сразу же приступайте качать, чтобы тащить на нем. Я на этом танке уже себе все прокачал. Мне осталось 4000 опыта. И я себе сразу же куплю новый танк. И сразу же его продам, потому что он мне нафиг не нужен. Из 4-х уровней у меня есть для этого Матильда. Поэтому вот такие дела. Ну а с вами был канал Креатив ТВ. Ждите следующие обзоры по танкам. Смотрите прошлые обзоры. Вообще что-нибудь посмотрите. Играйте вот, но не забывайте о реальном мире. Пока!